Представлюсь еще раз, меня зовут Ростова Ольга, и я основатель бренда Ростова, и я сегодня хочу поделиться с вами своими успехами за 9 месяцев сотрудничества с компанией UDS. Свою презентацию я бы назвала так: «Как начинающему предпринимателю упростить себе жизнь с помощью UDS». Я представляю бренд одежды, и мы производим одежду, это стильная базовая одежда, приобретая которую клиент делает как бы инвестицию в свой гардероб, потому что она не выйдет из моды, а высокое качество одежды позволит клиенту носить любимую вещь не один сезон, достаточно долго. Что же я могла сказать о своем бренде еще 9 месяцев назад, когда я начинала работать с UDS? На самом деле сказать могла немногое. Основным каналом продаж у меня был и остается Инстаграм. Офлайн-точек у меня нет. Подписчиков в Инстаграм у меня было 1700, и я считала, что чем больше подписчиков, тем больше будет продаж. Я примерно представляла портрет своего клиента. Это девушка, средний возраст 30-35 лет. Собственно, все. Больше я о своем клиенте ничего особо не знала. При подключении к UDS я выделяла перед собой несколько проблем, которые я хотела решить этим подключением. Я сейчас в двух словах расскажу о своих проблемах, а потом расскажу, какими способами я смогла решить эти проблемы. Первое – это сумбурное ведение клиентской базы. У меня не было единой оцифрованной клиентской базы и подгруженной в нее статистикой по продажам. То есть я не могла планировать, прогнозировать продажи, и поэтому развитие бренда без этих данных не было возможным. У меня была проблема с упущенными заказами при задержке с ответом сообщения клиенту в директ, так как все заказы мною собирались через Инстаграм, а это все-таки социальная сеть, да, и люди там бывают круглосуточно, когда им удобно. И поэтому очень часто я сталкивалась с проблемой, что клиент мог зайти ночью, оставить сообщение в директ по заказу, по какой-то запросу на какую-то вещь. Утром я отвечаю этому клиенту, а уже не актуально. Человек уже удовлетворил свою потребность, и вот этот вот эмоциональный всплеск на основании желания совершить покупку, оно у него уже прошло. Ну, либо он его удовлетворил где-то в другом месте, где он уже там вечером, ночью совершил эту покупку. Поэтому я на этом теряла какие-то продажи. Следующей проблемой было предоставление прямой скидки. Когда клиент постоянно следит за новостями бренда в Инстаграм, он видит, что на акции, например, на стоимость толстовки в дни скидок может быть, допустим, 2500 рублей. Если он видел эту информацию 1-2 раза, все, он уже не реагирует на полную стоимость, он понимает, что эта вещь может стоить дешевле, и он не хочет ее покупать за полную стоимость, там, допустим, 3800, он ждет, когда будет скидка. Поэтому я хотела найти другую систему лояльности, которая позволила бы мне вовлечь клиента именно в долгосрочные отношения. Также мне хотелось какую-то четкую и отлаженную платежную систему, когда не нужно отслеживать переводы средств на личную карту, пытаться соотнести, какой платеж пришел, по какому заказу, потому что бывает платеж-перевод от одного человека, заказ на другое имя. Это было сложно, это занимало мое время, и я хотела от этого уйти. Также много времени требовалось на согласование доставки с клиентом. Ведь нужно было узнать фамилию, имя, номер телефона, согласовать, в каком пункте офиса СД клиенту будет удобно получить свой заказ, найти адрес этого офиса. На это тратился мой ресурс. Ну и последней каплей в расходе моего времени на решение мелких и рутинных задач это стала рассылка дежурных ответов. Это ответы, подтверждающие получение заказа, подтверждающие получение обратной связи,
какое-то дежурное сообщение на отзыв, на отклик клиента. И я понимала, что на такие мелочи уходит очень много моего времени. И в какой-то момент я просто поняла, что я теряю свою личную эффективность, расходуя время на эти мелочи. И теперь я хотела бы рассказать подробнее про каждый из этих пунктов, какие инструменты UDS мне помогли решить эти мои проблемы. Начну я с первого – это проведение оцифровки моих клиентов. На март 2020 года, когда я начала плотно заниматься UDS, моих клиентов было 115 человек. Да, это немного, но это было все, что я сумела вот накопить данные о покупателях за два предыдущих года работы. За 9 месяцев работы на ноябрь 2020 года оцифровалось через UDS у меня еще 130 клиентов. То есть это люди, которые самостоятельно перешли по ссылке и зарегистрировались, и получили мою бонусную карту, да, и получили приветственные баллы. Для решения следующей проблемы со слетанием заказов из-за несвоевременного реагирования на сообщения клиентов в соцсетях я организовала интернет-магазин на платформе UDS. Так как основным каналом продаж и источником трафика у меня является Instagram, я добавила в текст каждого своего сообщения, каждого поста, который я публикую в Instagram, текстовый блок, в котором было написано: «Покупай с выгодой, подключись к нашей программе лояльности, получи приветственные 700 баллов и возвращай кэшбэк». То есть вся нужная клиенту информация была под каждым постом, и он мог тут же перейти по активной ссылке в шапке профиля через топлинк и увидеть там сразу два блока. То есть это «Получи 700 рублей на первую покупку», либо перейти уже в каталог товаров и совершить покупку. То есть буквально в два клика человек мог из намерения, да, перейти к действию и совершить покупку. Таким образом, клиент... путь клиента был достаточно короткий к совершению уже покупки, и он мог это сделать в любое время суток, не ждать ответа моего, а просто идти сразу и совершать покупку. Следующий, вот показаны как раз эти два клика. Следующей проблемой, которую я решала, это следующей точкой развития стала... система лояльности для вовлечения клиентов в долгосрочные отношения. Тут мне помогла функция кэшбэков на платформе UDS. Я сейчас покажу вам, как я ее использовала. Например, возьмем ситуацию с... Как пример, я возьму 27 ноября этого года, когда была «Черная пятница». У меня был выбор сделать скидку на все, скидку, которая действительно... как бы замотивирует человека совершить покупку. То есть понятно, что это будет скидка не 10 и не 15%. Это должна быть достаточно существенная скидка, чтобы человек захотел совершить покупку именно в этот день. Но я пошла немножко другим путем. Как пример, я вместо прямой скидки на весь ассортимент я предложила клиентам другую механику акций, то есть только 24 часа на все продукты марки действовал кэшбэк 50%. А также на эти сутки я сняла ограничения по оплате баллами товаров в категории сейл. Это дало возможность моим клиентам быстро накопить большой кэшбэк, и который они уже в первые дни после акции начали активно тратить и совершать покупки, оплачивая их этим кэшбэком. Для решения проблемы хаотичного поступления платежей и экономии моего времени на соотнесение, да, полученных переводов с полученными заказами, я подключила платежный сервис Cloud Payments. Благодаря ему клиент может в три клика приобрести понравившуюся ему вещь в каталоге, положив вещь в корзину, и оплатить удобным ему способом. Два следующих решения позволили мне экономить время на выполнение мелких рутинных задач. В блоке оформления заказов, например, вот здесь вы видите, я добавила подстрочный запрос «Укажите адрес ближайшего к вам офиса СДЭК».
куда клиент уже при оформлении заказа вносит данные, необходимые ему. Таким образом, после получения этого заказа у меня уже есть вся необходимая информация, а именно фамилия, имя клиента, номер телефона клиента и адрес, который он указал в этой строке. И мне уже не нужно с ним дополнительно связываться для уточнения какой-то информации по оформлению доставки. У меня вся информация это есть. И функция подключения автоответов помогла мне экономить время на написание дежурных сообщений. Те, кто работает с соцсетями, с онлайн-продажами, знают, что заказы поступают в разное время. Они могут поступать как в ночное время, так и в ранние утренние часы. И во сколько бы ни был отправлен заказ, через 5 минут после его отправки клиент получит подтверждение, что заказ получен, и мы приступили к его сбору. Также приятным бонусом с работы UDS стало получение отзывов от клиентов. Ведь все мы понимаем, что не все клиенты готовы выкладывать посты с своими фотографиями, отмечать бренды. Не все клиенты так активны в Instagram, в соцсетях. А тут программа сама напоминает после оформления заказа, что можно оценить работу магазина и можно оставить свой отзыв. И отзывов стало действительно больше. На данный момент могу сказать, что у меня по оценкам 5 из 5 и очень много хороших отзывов я получаю через UDS. Также функция автоответа помогает мне не оставить без внимания ни один из полученных откликов. Таким образом, за 9 месяцев работы на тарифе Lite, что было сделано? Это оцифровка клиентской базы, организация интернет-магазина для круглосуточного приема заказов, развитие системы лояльности, как вовлечение клиентов в долгосрочные отношения, подключение платежного сервиса, сбор необходимой информации по доставке при оформлении заказа и подключение автоответа на получение заказа и отзыва. Что я сейчас могу сказать о своем бренде 9 месяцев спустя? Уже немного больше. Сейчас я четко понимаю, что увеличение прибыли лежит не в наращивании подписчиков в Instagram. Точнее, в нем тоже, но не только в нем. Если бы сейчас, например, все клиенты, которые уже подключились к моей бонусной системе, у которых уже есть приветственные баллы, совершили бы покупки, например, со средним чеком, да, то есть 6 тысяч рублей, то это было бы 197 человек, умножаем на 6 тысяч рублей, и мы получаем прибыль больше миллиона. Таким образом, я понимаю, что мои клиенты, они уже со мной, просто мне сейчас нужно доработать, чтобы они совершили именно покупку. Также хочу заметить, что из всех совершивших покупку за 9 месяцев 33% клиентов принесли мне 50% прибыли. Это немного не соответствует принципу Паретто, но это мои реалии. Чек этих клиентов составил 9 тысяч рублей. В отличие от тех клиентов, которые непостоянные, которые совершали там, по одной покупке, их средний чек составил 5 тысяч рублей. Ну вот, пожалуй, все, чем бы я хотела с вами сегодня поделиться. Я приглашаю вас присоединиться к нам в UDS или посмотреть наш красивый Инстаграм. И буду рада видеть вас среди своих клиентов. Благодарю вас за внимание. Так, Ольга. Я благодарю тебя. Вот сейчас завершу запись. Mm-hmm. Спасибо большое за такой кейс.